Ульяновская делегация вернулась с молодежного форума «Иволга» не с пустыми руками. В нашей копилке несколько побед в различных номинациях, а также ряд призовых мест. С участниками фестиваля встретился глава региона Алексей Русских. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы с достоинством защитили честь Ульяновской области. Много наград, много первых мест, призовые. На самом деле вы настоящие молодцы, и мы вас очень верим. Мне бы хотелось, чтобы те знания и опыт, которые вы там приобрели, нашли свое применение здесь, у нас в Ульяновской области. Наши ребята успешно проявили себя в направлении начальной военной подготовки, заняли командное 3-е место. В конкурсе «Народные сказители» двое наших участников представили легенду о Маришкином роднике и стали 2-ми. Были и победы. Ассистент кафедры педиатрии УГУ стал лучшим в научном баттле. Кроме того, Ульяновская область победила в конкурсе шатров в номинации «Лучшее выставочное пространство». Министерство молодежного развития очень серьезный отбор в этом году проводило. Направлены самые лучшие ребята. Были творческие конкурсы, были научные конкурсы. С Иволги ребята приехали заряженные и готовые действовать. За 9 дней там они творили новое, защищали свои проекты, общались и получали новые знания. Теперь же готовы применить их на практике. Собралось очень много активных ребят с разных регионов, где также вот делились своим опытом из своих регионов. То есть они рассказывали, что они в своем регионе проводят от РДДМ. Мы рассказывали, что мы проводим от РДДМ. Вот, и нам вот давали новую информацию, что мы можем новое провести в своем регионе. В фестивале приняло участие более 2000 участников из 14 регионов Поволжья. Мероприятие прошло под патронатом полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПрав.ТВ.